Всем привет, дорогие друзья, это Сова. Мы продолжаем с вами играть в Satisfactory. Ждать патча, я все еще его жду. Я тут немножечко прибарахлился, смотри, что покажу. Сейчас вот сюда только залечу. Поставил несколько новых стен, сделал вот такой вот проход наверх. Здесь немножечко все распланировал. У меня теперь здесь все, ну, так, более-менее красиво получилось. Ой, теперь надо сходить вниз, взять цемента. И на сегодня у нас будет очень амбициозный план. Короче, нам надо сделать так, чтобы у нас базовые компьютеры, которые наверняка будут нужны в очень большом количестве потом, производились без каких-либо задержек. Для этого нам нужно будет сделать ряд вещей. Сейчас покажу, каких. Короче, у нас теперь все упирается. Помните, у нас лежала резина, и никуда она была не нужна. Теперь резины нет. Резина закончилась. Вот, можно убедиться в этом. Пластика зато до жопы, резина до хрена, поэтому производительность компьютерной техники снизилась до 35%. Притом все остальное есть. Во-первых, какие выводы у нас есть ввиду этого? Выводы неутешительные. Во-первых, нам нужно масштабирование нефтяного производства, а не как сейчас. Во-вторых, нам нужно масштабирование вот этого компьютерного производства, а не как сейчас. И в-третьих, нам нужно масштабирование производства микросхем, а не как сейчас. Что мы будем делать с этим? Надо все снести. Для того, чтобы все заработало по-новому, надо сначала уничтожить то, что работает по-старому. Ой, да, тяжело, тяжело, согласен, но ничего не поделаешь. Значит, нам нужно с вами сделать новые нефтяные месторождения, вернее, нефтяную переработку. Делать мы ее будем немножко вдали отсюда. Поэтому вот это вот все, что здесь есть сейчас, я пока убирать не буду. Мы вот сюда вот отступим, потому что нужны дырки сквозные наверх, иначе ничего работать не будет. То есть они у нас очень высокие, вот эти вот нефтяные переработки с трубами. Поэтому отступаем, я даже, наверное, еще отступлю. В принципе, мы мельчить не будем, мы сейчас вот так вот сделаем. Короче, всю нефтянку мы отсюда выведем аж вот сюда. Единственное, что мне надо проверить, это то, чтобы у меня нефтянка не совпадала вот с этой вот по высоте, чтобы ее можно было увеличивать. Так, увеличить ее будет можно, все нормально. Разгрузочные станции внизу себе спокойно работают и ничего не происходит. Так, отлично, значит мы вот сюда можем клепать нефтянку. Спокойно можем клепать нефтянку. Хорошо. Значит, начиная где-то вот отсюда примерно. Давайте вот отсюда начнем. Вот отсюда мы будем делать себе новый нефтеперерабатывающую дребедень. Значит, делать мы ее будем хорошо, красиво сразу, чтобы все было четко, чтобы все было классно и чтобы все было, что самое главное, масштабируемо. Потому что проблемы у меня были именно с масштабируемостью производства. Так. Сейчас мы все это дело вот так вот забацаем. А пока можно, наверное, начинать потихонечку опустошать хранилище, которое у меня там есть. Так, для того, чтобы опустошать хранилище, мы разберем и уберем подачу нефти наверх. То есть сейчас это все потихонечку начнет заканчиваться. Хотя хорошая ли эта мысль, на самом деле я до конца не уверен. Короче, надо действовать быстро, ребята, быстро надо действовать. Для того, чтобы действовать быстро, надо начать планировать все. Значит, сейчас я покажу, что я хочу сделать. Так, у нас пойдут нефтезаводы. Так, нефтезавод, начиная вот отсюда. Так, сейчас я его примерно прикину. Так, ну нет, это плохой вариант, плохой вариант. Так, нам нужно нефтезавод, чтобы в него был хороший вход и чтобы было место для выхода готовой продукции. То есть где-то, наверное, вот так, наверное, мы будем планировать. Вот так вот он пусть стоит один. Так, сейчас просто надо сначала распланировать, как это все будет находиться, а потом уже заниматься дальнейшими вещами. Для того, чтобы распланировать, надо попасть наверх. Так, теперь здесь. Теперь здесь. Так, вот сюда мне надо переместиться.
Так, и начать выстраивать канительку вот тут, напротив. Так, раз канителька, два канителька. Так, три канителька, четыре канителька. Так, теперь сюда надо запихнуть нефтезавод. Так, вход, выход, вот так. Так, вот у нас есть два нефтезавода. Друг напротив друга. Так, сейчас мы посмотрим, чтобы все стояло ровно, красиво и хорошо. Так, все ровно стоит. Отлично. Но у нас проблема в том, что у нас нефть разделяется на 3, а не на 2. Поэтому нам нужен еще один ряд вот здесь. Вопрос только в том, вместится он ли здесь или не вместится. Вот это вообще не есть факт. Либо... Да не, вот сюда, в эту сторону пойдем. Не будем идти в сторону базы, мельчить не будем. Так, здесь у нас будет вывод, а здесь у нас будет стоять еще один нефтезавод. Самое главное, это сразу все очень качественно и грамотно распланировать. Потому что планирование — это наше все. Планирование, особенно место, где у нас будет производство. Так, сюда мы должны захреначить еще один нефтезавод. Так, допустим, выход будет вот здесь, а вход будет вот тут. Это на случай, если надо будет еще потом что-то делать. Вдруг у нас будет потом еще одна штука, если что, мы его туда вот расширим. Так. Есть, да, такое дело? Угу. Хотя, по логике, конечно. Сейчас я просто немножко затупливаю, потому что я... пытаюсь это все дело продумать грамотно. Нет, в принципе, нормально. Так, нормально. Значит, теперь надо планировать, как пойдут у нас транспортные развязки. Так, здесь у нас, соответственно, там будет у нас заход. Начинаем с заходов. То есть вот здесь вот у нас где-то по центру вот так вот пойдет. Не, даже не так она пойдет. Она пойдет через стойки. Так, сейчас мы возьмем стоечку. Где-то примерно прикинем, где тут центр между ними. Центр получается физически вот здесь. Так, значит, сюда мы хреначим стойку. Так, вот сюда мы хреначим стойку. Ну и сюда мы куда-то хреначим еще одну стойку. Значит, вот здесь у нас... Сейчас мы сразу это приметим. Здесь у нас пойдет сырье. Из которого... Сейчас мы распланируем хотя бы один... чтобы четко представлять, как это будет выглядеть. Так, здесь мы, соответственно, должны будем поставить один конвейерный разветвитель вот на этом месте. И с него завести бочки сюда и, соответственно, бочки сюда. Так, вот. Угу. Так, вроде работает, как я и планировал. Так, вот сюда у нас, значит, пойдут бочки. Теперь здесь мы будем делать, допустим, пластмассы. Здесь мы будем делать, допустим, топливо. А вот на этом дальнем заводе мы будем делать, допустим, резину. Так, для того, чтобы все это делать, нам нужны будут еще стойки вот здесь такие же. Так, вот отсюда мы должны будем отступить и подать, соответственно, еще сырые баррели вот сюда. Так, сейчас мы как-нибудь вот так вот распланируем. Все должно быть красиво, главное. Так, есть такое дело. Вы, конечно, можете удивляться, типа, что это я вдруг начал заботиться о красоте. Просто у меня есть время сейчас. Раньше не было времени, надо было быстро все развивать, а теперь у меня времени предостаточно в ожидании нового патча, поэтому можно делать очень красиво все. Так, теперь мы... Ну, насколько, по крайней мере, я понимаю, это красиво. Так, теперь... Здесь же заход у меня, правильно? Так, конвейерный разветвитель. Телефонный звонок меня прервал. Так, я здесь, кстати говоря, неправильно поставил. Я здесь неправильно поставил. Мне разветвитель нужен вот, вот здесь. Он мне нужен, а не там, где его присобачил изначально. Так, вот сюда мы ставим разветвитель. Так,
Хорошо. С этим есть. Теперь готовая продукция должна у нас выходить где-то. Выходить она у нас будет на более-менее обычные стойки. Которые мы сейчас вот здесь вот присобачим. Так. Сейчас мы их присобачим. Здесь присобачим еще вот так вот, допустим. Просто примерно распланируем сейчас опять же. И эта готовая продукция у нас будет уходить вот туда. Так, есть такое дело. Теперь сейчас я упаду нахрен. О, сюда встал. Отлично, как раз то, что надо. Значит, здесь надо сделать обратно конвейерный соединитель. Так, вот он будет у нас раз. И вот он у нас будет два с этой стороны. Так, где у него там дырка-то? Вот она. Так, конвейерный соединитель. Которые мы, соответственно, конвейерно соединим. Так, здесь у нас есть место, здесь тоже. Так, сюда, соответственно, пойдет часть готовой продукции отсюда. Теперь нам нужно, чтобы готовая продукция вот отсюда тоже куда-то там шла. Здесь у нас будет топливо, да? Угу. То есть, значит, мы, соответственно, берем здесь тоже стойку ставим. Ставим еще одну стойку. Прокладываем ленту. Что она типа пойдет туда. Так, делаем конвейерный соединитель. Так, все должно быть максимально круто и красиво. Так, есть такое дело. Теперь мне нужно добавить немножко фундамента сюда. Так, итого. Здесь у нас получается заход. Вот здесь вот у нас получается три штуки, которые выходят. Эти три штуки, которые выходят, нам нужно объединить в одну ленту. Под потолком мы здесь ничего тянуть не будем. В этот раз мы сделаем по-другому. Как мы сделаем, я сейчас покажу. Мы сделаем трехуровневую стойку. И через трехуровневую стойку это дело потянем. Для того, чтобы сделать трехуровневую стойку, во-первых, надо понять, где мы ее сделаем. Короче говоря, вот сюда у нас пойдет, значит, сырье. Так, сейчас мы сырье тоже распихаем сразу. Так, вот здесь у нас будет стоечка. Стоечка, по которой будет заходить сырье. Так. Плюс... Нам нужен разделитель, который это сырье еще дополнительно отправит вот сюда. Сейчас мы... Ой-ой-ой. Сделал две стойки, а мне нужна всего лишь одна, а то я боюсь не заработать. Так, одну разбираем. Так, подключаем, значит, вот здесь вот будет поворот. Здесь будет поворот, а здесь нам нужно сделать разветвитель. Так, здесь мы берем, делаем конвейерный разветвитель. Вот здесь. Так, этот конвейерный разветвитель зацепляем вот сюда. Почему-то я не могу его зацепить, потому что слишком длинная лента. Ладно, хорошо. Значит, тогда мы конвейерный разветвитель зацепляем сначала вот сюда. На вот эту стойку. А вот эту стойку, соответственно, зацепляем уже дальше. Так, здесь у нас поперли баррели. Здесь у нас поперли баррели. Теперь нам нужно развернуть вот эти вещи. Эти вещи. Так, одну мы пустим под стойкой. А вторую мы пустим вот здесь. Значит, одна у нас пойдет вот сюда. Вторая у нас пойдет вот сюда. Да, вот они, конечно, немножко пересекаются, но ничего не поделаешь. Так, теперь дальше. Мы их должны будем зацепить на стойку, которая пойдет вот здесь. Значит, одна стойка нам нужна вот так. Вторая стойка нам нужна вот так. Так, цепляем одну. И
Итак, цепляем вторую. Пока, наверное, не совсем понимаете, что я делаю, но я сейчас объясню. Так, вот отсюда у нас пойдет, да, конвейер с готовой продукцией. И у нас есть еще один конвейер с готовой продукцией, который надо цепануть вот отсюда. Так, во-первых, он вот здесь вот должен будет поворачивать у нас. Сейчас мы его протащим сюда. Отсюда сюда. Так, и отсюда мы его затащим вот куда-нибудь сюда, например. Даже не знаю, даже вот сюда, наверное. Не затащим. Почему не затащим? Что не хватает? Ресурсов, да, не хватает. Так, сейчас пойду схожу за ресурсами тогда. Эти у нас ресурсы, которые... Господи, даст бог памяти, он там внизу. Да, поскольку я делаю все на очень быстрых конвейерах... О, ни хрена, я тут могу все быстрыми конвейерами заставить. Все отлично вообще, шикардос. Попадос Шикардосович. Так. Отлично. Значит, теперь мы берем... Мне же этого не хватало? Да, мне этого не хватало. Теперь нам нужна трехуровневая стойка, которую мы потянем дальше. Раз уровень стойки. Два уровня стойки. Три уровня стойки. Так. Раз. Раз, 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 раз. Так, а я это не могу сделать, потому что здесь не очень хорошо. А так вот могу, да? Да, так могу. Так, и отсюда, соответственно, мы затягиваем на самый верх. Нет, не затягиваем, потому что любим пологая лестница. Так, ладно. Значит, не совсем так. Значит, мы тогда тянем, ну, куда-то вот сюда примерно. Вот отсюда уже затягиваем наверх. Так, по моему замыслу, здесь, во-первых, и ходить будет можно, и ездить здесь все будет быстро. И если что, можно будет подключить еще дополнительные источники. Короче, такой вот у меня есть план Копкан. Так, хорошо. Вот эта вот трехуровневая стойка у нас пойдет куда-то, допустим, для начала сюда. Раз, два и три. Я просто хочу эту трехуровневую стойку так на постоянной основе и вести, чтобы, если что, можно было просто ставить разветвители и подключать любые нужные нам источники к ней и все. И не париться. То есть план у меня такой примерно. Не знаю, конечно, насколько это дело у меня получится сделать, но пока план такой есть. Итак, у нас теперь есть... условно, заход этого всего. Где-то вот там вот он будет. И у нас есть выход этого всего, который как бы идет вот туда. Соответственно, дальше мы потом, когда вот там все снесем, мы его протянем и от него будем запитывать все нужные нам источники. Но пока мы этого не сделали, нам нужно теперь настроить нефтезаводов. Для того, чтобы у нас все базовые нефтяные ресурсы перерабатывались в таком количестве, чтобы их всегда было дохренище. Мне явно не хватит труб, и мне явно не хватит проводов, и мне явно не хватит движков для того, чтобы это сделать. Так, тяжелых каркасов мне хватит как раз. Да? Сейчас я посмотрю еще разочек. Да, тяжелых каркасов у меня дохрена, а вот движков, труб и проводов у меня мало. Так, движки. Движки у меня делаются здесь. Трубы у меня делаются... чуть пониже. Вон там. Так, возьмемся еще сатен труб. Хотя сатен труб мне не хватит. Мне нужно два сатена труб. Так. И мне нужен стак проводов, который мы будем по старинке забирать со старого места, пока он там не закончится. Так. И два стака проводов берем. Так, есть такое дело, на какое-то количество нефтеперерабатывающих заводов нам хватит. Поскольку энергоемкость у нас великолепная, я бы даже сказал охрененная, то мы можем себе это позволить. Так, взлетаем сюда. Так, взлетаем сюда и забыл я цемента взять, цемента мне не хватит еще.
Так, ладно, хотя бы немножечко сейчас сделаем. Насколько хватит цемента. Потом за цементом еще сходим. А то мест нет в инвентаре. Так, проредим, проредим, проредим. Так, ну давайте построим несколько заводов тогда. Главное не забыть, что у меня каждый из этих заводов производит. Так, нефтезавод. Жамкаем. Так, нефтезавод номер 2. Правильно ж? Здесь же заход. Да, здесь заход, там выход. Все, нормальный вариант. Так, нефтезавод номер 3. Так, а вот на нефтезавод номер 4 мне уже не хватает. Так, ладно, то есть тогда здесь построим пока. Так, здесь, соответственно, у нас наоборот. Так-то у нас заход. Что ж такое-то? Очень плохо видно, когда находишься близко. На какую чужую территорию я вступаю? Никакую чужую территорию я не вступаю. Так, вот. Так, главное строить максимально близко одно к другому. Так. Следующий нефтезавод. А здесь уже на этот не хватит, да? Да, с цементом я ложанулся. Так, ладно, пойдем за цементом тогда сходим. Надо вообще цемент сюда вывести, чтобы за ним не ходить далеко. Поставить какую-нибудь емкость, в которой будет цемент будет лежать, из которой я его буду забирать при необходимости. Так, здесь у нас пластики, хренастики всякие. Так, цемент, 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 цемент. Так, цемента-то много, кстати говоря, не забирал. У меня тут бочки. Так, бочки мне не нужны на данный момент. Вместо них забираем цементу. Так, ты мне тоже не нужен, это я еще крафтану. Вместо него берем цемент. Что мне еще не надо? Три провода мне не надо, берем цемент. Два компьютера, по идее, мне тоже не надо. Хотя компьютеры, конечно, такая вещь. Зря я его выбросил, ну ладно. По идее, у меня компьютер должен производиться очень быстро. Потому что они у меня не производятся, это просто косяк промышленности моей. Так, 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 так. Идем дальше. Идем дальше и подключаем, значит. Так, ладно, давайте сначала пристроим большую платформу. Как минимум, я думаю, такую. Так, раз, два. Есть такое дело. Так, и пристраиваем еще одну дребедень. Так, теперь с другой стороны такая же хрень. Так, еще, да? Еще один квадрат. Ой-ой-ой, что-то все повисло. Нет, не повисло. Так, отбой тревоги, все пока не висит. Так, это, соответственно, мы подключаем. Угу. Есть такое дело. Так, теперь здесь. Так, и здесь. Так, еще осталось два квадрата у нас тут. Недособранных. Так, теперь тут. Это я там какую-то хрень внизу построил. Теперь еще и хрень наверху построил. Так, это все надо демонтировать. Так, еще одну хрень внизу построил, надо демонтировать. Жалко, привязка не всегда работает. Можно было бы зажать Ctrl, строить по прямой. У меня почему-то, даже если это можно сделать, у меня почему-то не получается. Так, теперь здесь. Продолжаем клепать нет, не нефтяные насосы. Продолжаем клепать нефтезаводы. Так. Раз. Два. Я не уверен, конечно, что мне нужно столько, но я на всякий случай сделаю, чтобы точно проблем не было. Прям гарантированно. Так. Этот сюда и... Так, ладно, и остановимся пока. Угу. Так, хорошо. Теперь с другой стороны такие же штуки надо делать. Только ориентированные в другую сторону.
Так, а здесь они как ориентированы? А, здесь они у меня как раз так ориентированы. Значит, тогда сначала здесь строим. Так, отойдем маленько. Главное делать максимально близко. Я, кстати говоря, что-то там сделал не максимально близко. Будет не совсем... Не совсем красиво, ну ладно. Так, нефтезавод. Отойдем. Так, давай, стройся. Да, вот здесь вот можно прям вообще тютелька в тютельку построить, а можно через квадратик. Да что ж такое-то? Почему ты не магничишься? Ты должен примагнититься к текущему положению через Ctrl. Блин, лажа, а? Ладно, ставься тогда вот по тому уровню тогда ставься. Как напротив стоит. Как стоит завод напротив. Давай тогда так делать. Так. Сюда магнитимся. Так, здесь магнитимся к этому заводу. Не совсем получается. Ладно, без разницы. Это не страшно. Так, выступать на чужую территорию. Так, здесь не вступаю. Нет, 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 неправильно поставил. Мискликнул маленько. Так, еще раз нефтезавод мне, пожалуйста. Так, сюда. У меня, кстати, тяжелый каркас сейчас закончится. Что-то я переборщил с количеством заводов. А, и кабель закончился. Так, закончился и кабель, и каркаса. Так, ладно, значит, тогда мы и за тем, и за другим сейчас мутанемся. Мне нужно их еще... Так, прилично мне еще их нужно-то, кстати. А трубы... И трубы сейчас закончатся. Трубы и движки, короче, все закончится. В общем, я... Да, слушайте, у меня какой-то здесь кластер просто ебанистически получается. Так, ладно, сейчас мы сначала возьмем... Труп можно отсюда взять. Блин, сотни труб маловато. Ладно, труб сейчас побольше возьмем. Движков возьмем сначала. Так, еще 50 движков. Так, вот отсюда мы заберем стак тяжелых каркасов. Так, отсюда заберем еще труб. 150 труб мне хватит. Так, еще остался кабель. Еще остался кабель. Так, здесь я кабель нигде у нас не заберу. Вот и отсюда я могу забрать кабель. Так, вот отсюда еще сатен кабели заберем как раз. Просто, чтобы далеко не ходить. Так, кластер получается довольно мощный. Так, дальше поехали тогда. Раз все у нас получается довольно мощно, а самое главное получается в принципе. Так, что-то опять затормозило. Тут-тут-тут-тум-тум-тум. Так, идем тогда сюда. Идем тогда сюда и достраиваем. Так, сколько там еще? Одну, две. Где там у меня краешек? Чтоб я по краешку ориентировался. О, так, есть такое дело. Так, все, это тоже не... А, это что вмещается? Как-то они у меня немножко... Ну, хотя нет, ладно, там есть небольшая кривизна, но она минимальная, можно сказать. Так, теперь остался последний цикл вот этих заводиков сделать. Вот здесь. Так, значит, нефтезаводик ставим сюда. Так, нефтезаводик ставим сюда. Надо было сразу так делать, а не издалека строить. Нефтезаводик ставим сюда. И нефтезаводик ставим сюда. Так, теперь мне здесь нужно еще две стойки, как минимум. Раз стойка, да нет, даже не две, на нет, две, две хватит. Так, здесь делаем две стойки. Так, одну затягиваем сюда, вторую затягиваем сюда. Так, это у нас сырье. Так, это у нас сырье. Теперь надо продлить вот эти штуки. Так, насколько это возможно. Так, продлеваем раз. Так, продлеваем раз, продлеваем два. Так, теперь продлеваем второй конвейер. Так, продлили второй конвейер. Нет, 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 замыкать его не нужно. Вот до сюда, например. Так, это второй конвейер с готовой продукцией.
Есть такое дело. Так, теперь здесь опять же проводим стойки еще. Так, стойки у нас должны идти вот так. Стойка раз, стойка два. Так, прогоняем сюда конвейеры. Слишком длинные. Лжанулся со стойками. Так, чуть-чуть не добежал. Ладно, сделаем тогда три стойки, ничего страшного. Так, стойка раз. Стойка два. И стойка три. Да что ж такое-то? Так, это у нас входная часть. Это у нас выходная часть. Это у нас входная часть. И осталось построить вот эту вот выходную. Так, далековато. Так, раз линия. И два линия. Так, естественно, я ее поставил криво. Так, все это демонтируем. И ставим прямо. Так, хорошо. Есть такое дело. Теперь надо прописать, что они будут делать. Интересно, а сколько это сожрет мощности, когда запустится? Я что-то это как бы строю, а... Так, ладно, это у нас будет делать топливо. Окей. Если что, я как раз вот из этого топлива, которые у нас здесь делаются, наделаю топливных электростанций. Так. Раз топливо. Так, два топлива. Так, три топлива. Четыре топлива. Так, топливо здесь есть. Раз, два, три, четыре. Блин, что-то я как-то... Где-то я лжанулся. Чую, где-то лжанулся. Ладно, надеюсь, что не сильно. Так, теперь у нас здесь у нас делается пластик. Так. Пластмасса. 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 Ну и здесь, соответственно, методом исключения остается только резина. Так, резина. 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 Так, еще резина. И еще резина. Так. Ну что, хорошо. Так, теперь мне нужны соединители и разветвители для того, чтобы... Да шо ж такое-то, ёпки-палки. Так, как мне сюда встать? Я хочу вот встать вот на эту штуку. Да шо ж такое? И, короче, мне вообще нельзя встать. Ладно, тогда полетим на самый верх. Так, вот отсюда мы точно можем это сделать. Все, забираем себе оптимизацию. Конвейерный разветвитель. Так, вот она у нас дырка. Так, не хватает кабеля опять на разветвитель. Блин, я с таким трудом сюда забирался, у меня кабеля не хватает. Так, ладно, пойдем сейчас вон там тесанем кабеля еще разочек. Так, тесанем здесь кабельку, соточку. Мне как раз его на первом этапе хватит. Так, есть тут один разветвитель. Так, теперь ставим второй разветвитель вот здесь, конвейерный. Так, еще раз примеряемся. Так, вот сюда он должен стоять. Так, следующий конвейерный разветвитель ставим вот здесь. Мне кажется, я вот этот неправильно поставил. Ладно, сейчас скоро узнаем. Так, следующий конвейерный разветвитель ставим вот здесь. Следующий конвейерный разветвитель ставим вот здесь. Следующий ставим вот тут. Так, еще один ставим вот тут. И... Так, и все. Допустим, на это подключение мне хватит.
Так, здесь у нас должны быть соединители. Еще разветвители у нас должны быть вот здесь. Так. Опять же разветвитель. Тогда продолжаем. Здесь, кстати говоря, будет криво, потому что неправильно идут заводы некоторые. Блин, а можно ли их будет подключить? Вот в чем вопрос. Давайте-ка мы посмотрим сразу. Нет, подключить их будет нельзя. Блин, а как я так мог лжануться-то, господи. Ладно, тогда я переделать не хочу просто. Вот уже вообще не хочется. Тогда вот так вот сделаем. Блин, ни хрена себе, это ж надо было так лжануться. Где-то с какого-то завода тогда пошло, получается. Пошло-поехало, и все. Так, ладно. Это мы решим такой вопрос. Это не страшный вопрос. Так, здесь, соответственно... Хотя, может, и страшный. Возможно, что-то придется переделать. Блин, ну здесь вот... Блин, неправильно квадратики расположены, а? Господи. Так, ладно, хрен с ним. Тогда вот здесь... Ай-я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 й, это что еще такое? Так, конвейерный разветвитель, давайте мне. Так, неправильное направление цели. Блин, ну надеюсь, что он подключится. То не равен час на самом деле, что и нет. Ну-ка, ни вашим, ни нашим. Нет, не подключается, слишком пологая. Ой, так, а почему так получилось? Ну тогда вообще не подключится здесь, правильно? Так, ну-ка. Потому что здесь квадратики идут ровно, да? Да, здесь квадратик, квадратик. А там был отступ. Значит, вот этот нефтезавод придется переделать. Ёлки-палки, а? Так, нефтезавод. Господи, ты не мог поставиться вот так вот прямо? Так. Наоборот, только тебя надо поставить. Вот так, заход-выход. Так, хорошо. Теперь мы в оптимизации. Короче, здесь сейчас будет хрень. Да, здесь 100% будет хрень. Так, это подключится? Да, это подключится. Это теперь тоже подключится. Теперь, наверное, все остальные не подключатся. Так, здесь что у нас делалось-то? Топливо. Так, ладно, указываем, что здесь делалось топливо. Теперь, блин, ну давайте посмотрим. Если подключится, переделывать не буду. Нет, не подключится, потому что выступать на чужую территорию. Ай, блинство. Так, ладно, значит придется переделывать все-таки. Вот не хотел переделывать очень, но придется. Почему он, интересно, вот так вот делает? Странно. Так, значит тогда нам нужен еще один нефтезавод. Вот такой нефтезавод, да, нам нужен. Ай, блин, так, ладно. Такой нефтезавод, оптимизация. Конвейерный разветвитель на 2 у нас пойдет. Вот так. Значит, соответственно, отсюда запитываем. Так, отсюда запитываем. Топливо здесь будем делать. Здесь как бы, естественно, тоже не подключится. Угу. Ай, боже, храни королеву. Так, ладно. Вот один раз неправильно сделал при производстве, и вот теперь такие проблемы. Так, хорошо, нефтезавод. Вот так. Блин, еще 3 нефтезавода так придется сделать. Ну ладно. Так, конвейерный разветвитель. Так, вот так вот у нас пойдет конвейерный разветвитель. Подключили сюда. Сразу подключили сюда. Делать будем топливо. Так, ну и здесь как бы понятно. Здесь то же самое, что и там было. Значит, вот эти вот вещи мы не можем подключить. Хотя вот это, наверное, будет работать. А, не, не будет, она тоже неправильно стоит. Значит, вот эти вот 3 штуки мы просто удаляем сразу. Чтобы не морщить себе лоб и другие части тела. И сразу делаем 3 нефтезавода. Так.
Потому что по-другому не получится. Так, вот он раз, нефтезавод. Так, здесь совпал с этой линией. Вот он два, нефтезавод. Так, совпал. И вот он три, нефтезавод. Тоже совпал. Так, хорошо. Теперь конвейерные разветвители на сразу на все штуки. Чего? Слишком резкий поворот для ленты крепления? Там стойка, что ли, стоит? Там, видимо, стойка стоит. Так, подключится. Надо сразу проверить просто, подключится или нет. Так, здесь подключится. Здесь тоже подключится. Так, делать будем топливо. Здесь тоже будем делать топливо. И здесь тоже будем делать топливо. Так, хорошо, едем дальше. Так, конвейерный разветвитель. Опять сюда ставим на пересечении с крестовиной. Так, подключаем номер раз, подключаем номер два. Так, сразу надо было так сделать правильно. Я бы тогда так не геморроился в итоге. Так, потом сюда ставим еще одну такую лажу. Лажу приблудовну. Так, включаем. И вот это тоже подключаем. Так, подключение нефтебочек произведено. Теперь летим туда, делаем подключение выходных вещей. Так, чтобы подключить выходные вещи, нам нужен, соответственно, конвейерный, нет, не разветвитель, а соединитель. Неправильное направление цели. Так, чтобы подключить соединитель, я могу спуститься вот сюда вниз. Так, отлично. Здесь тогда точно не промахнешься. Так, соединитель. Еще один, так, еще один соединитель, четко, так, отлично. Еще один соединитель. Так, и еще один, господи, соединитель, так, отлично. Так, это врубаем. Это врубаем. Это врубаем. Это врубаем. Так, что у нас с этим? Это тоже врубаем. Ну и здесь вроде как тоже у нас врубается все. Так, проверяем. Идет сюда линия, по которой пойдут сырые бочки. Эти сырые бочки у нас идут вот отсюда. Соответственно, потом идут линии, по которым... Вот там я только не подключил. Да, по которым вот это вот все заходит, заходит, заходит. Потом вот здесь вот линии, по которым это возвращает... А, нет, это по которым заходит тоже. Так. Так. Сюда бочки пошли. Сюда бочки пошли. Сюда тоже пошли бочки. Так, здесь бочки поперли. И сюда тоже бочки поперли. Так, это у нас резиновое производство. Так, теперь здесь надо захреначить соединители. Там мы все проверили, теперь здесь соединители пошли. Здесь как бы по два соединителя на каждую сторону надо. Так, раз соединитель. Они же здесь установятся, эти соединители, вот так. Да, установятся. Так, хорошо. Так, соединитель такой. И соединитель вот такой. Так, рубим его сюда. Так, следующий пакет соединителей. Правда, если мне надо будет ускорить потом конвейер, я задолбаюсь. Но я думаю, что не надо будет на самом деле. С таким ядреным производством нефти, тем более, что я могу его расширить, если что. Скорее всего, мне даже ускоренные конвейеры будут не нужны. Но если что, ладно, тогда погеморроемся, если что, это можно будет разобрать. Так, установили сюда. Так, теперь поехали дальше. Соединитель у нас поставился. Так, сюда у нас соединитель тоже поставился. Так, и последние два комплекта соединителей. Так, соединитель номер раз. Соединитель номер два. Так, теперь это надо зацепить.
Так, цепляем, цепляем. Цепляем, цепляем и цепляем, цепляем. Так, теперь поехали назад. Цепляем, цепляем. Цепляем, цепляем, цепляем. Так, подключили. 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 Ух. Так. Хорошо, с этим есть. Теперь мне надо их подключить к энергосети все. Мне надо их подключить к энергосети. Для третьего столба нужны... А, у меня, кстати, есть такие штуки. Причем их довольно много есть вон там наверху. Пойдем тогда третий уровень энергостолбов сразу нахреначим. У меня их вон сколько здесь. Подождите-ка. Не так тоже, кстати говоря, их и много. Но на 100 электростолбов мне хватит. Так. Сейчас мы поставим. И сколько нам их здесь нужно поставить? Так, нам их нужно здесь поставить. Электростолбы. Так, третьего уровня. Вот они. Так, ну поставим, допустим, раз. Поставим два. И поставим на вход три. Значит, от этого мы запитываем вот этот. И вот этот. От вот этого, так, 8 линий. Мы можем запитать вот эти вот. От вот этого мы можем запитать кучу вот здесь. Так, я их прям полностью расходовать не буду, для того, чтобы на всякий случай их можно было запитать что-нибудь еще. Так, еще по одному, наверное. Так, один с этого столба. Сколько здесь? 7 из 8 линий. Так, а на втором столбе, где он там? На нем 4 из 8. Так, значит, вторым столбом запитаем мунту. Так, 5 из 8. Так, это у нас получается 6. И вот туда нужно еще как минимум один столб тогда. Так, значит, вот сюда мы зафигачим сейчас еще один электростолб третьего уровня. Вот сюда, вот здесь пусть стоит. Так, на него запитаем тогда вот эти вот куски, которые еще не запитаны. Так, все, здесь все запитано, значит, его тогда просто запитываем на вот это вот 7 восьмых столб. Так, прекрасно. Значит, теперь нам нужно еще несколько столбов третьего уровня на то, чтобы запитать вон ту часть. Так, сейчас мы куда-нибудь запихнем здесь. Че, неправильное направление цели? Ты мешаешь, что ли? Так, прекрати мешаться тогда. Так, а я их здесь нигде поставить не могу, слушайте. Ну, вон, поставлю вон там. Тогда мы там поставим два столба. Свяжем их между собой. Этот свяжем тогда... Где тут у нас еще столб-то? Вот он. Вот с этим. И запитаем их с другой стороны просто-напросто. Мне, в принципе, не критично, чтобы они были запитаны обязательно с фронта. Так, этот сюда, этот сюда, этот сюда... Так, этот у нас здесь все запитано уже, значит, идем дальше сюда запитываем. Так, сюда запитываем, и последнее соединение запитываем вот туда. И здесь у нас остаются еще свободные линии, так чисто на всякий случай. Так, отлично, заготовка есть. Так, заготовка есть, здесь мы все проставили, что есть. Так, они у нас все горят, все подключены, ждут сырья. Соответственно, работать пока не могут. Окей. Так, теперь, соответственно, нам нужно что сделать? Нам нужно сюда привезти это самое сырье. И нам нужно сделать отсюда выход в какие-то контейнеры для хранения, я так думаю. Этим мы займемся в следующей серии. На сегодня спасибо, удачи и всего вам доброго.